В 2017 году на территории Московской области был реализован приоритетный проект внедрения новых форм профилактики наркомании среди молодежи. В частности, обучение волонтеров, которые помогают проводить тематические мероприятия, и показ художественных фильмов. Ежегодно в регионе проводится порядка 200 масштабных встреч со школьниками, что помогло значительно снизить количество лиц, состоящих на наркоучете. Отзывы только положительные и от родителей, и от присутствующих, гостей, которые присутствуют на мероприятии, только положительные. Короткометражный фильм «Изгой», который вошел в программу профилактики наркомании, получил широкую огласку не только в России, но и за рубежом. Он стал призером многих мировых кинопремий. За 2 года существования его посмотрели на всех континентах Земли. Он очень короткий, очень ясный для молодежи. Именно направленность такая для молодежи. Там нет замудренных сцен, там все довольно понятно. Это пропаганда здорового образа жизни. Мы надеемся, что они поможут нашей молодежи правильно себя воспитывать. Авторы фильма Юрий Сысоев и Алексей Фурсенко, люди с многолетним опытом создания телевизионных передач, несколько лет назад выбрали для себя новое направление деятельности. Сегодня они стремятся донести до молодежи плюсы здорового образа жизни. Фильм «Изгой» рассказывает о судьбе молодого человека, отказавшегося от вредных привычек и посвятившего себя спорту. История в один день, когда на пути героя встречаются люди, пытающиеся отклонить его от цели. Не поддавшись общественному мнению, он сломил систему и привлек на свою сторону провокаторов. Ребята отлично реагировали, хлопали, смеялись в тех моментах, где никогда не смеялись, хлопали там, где еще никогда на наших показах не хлопали. Вот нам даже показалось, что детей кто-то там заставляет это делать, но как организаторы из школ сказали, что такого на показах здесь еще не было, что дети сами реагировали, это очень приятно. И обратная связь достаточно позитивная. В Ленинском районе фильм «Изгой» посмотрели сотни школьников, учащихся местного колледжа и института. Под впечатлением остались как подростки, так и молодежь постарше. Картину они намерены советовать друзьям и родным. Мне очень понравился этот фильм. Еще я благодарна за то, что они придумали такой фильм, потому что без этого фильма много бы людей бы, ну, не взялось бы за образ жизни. Я только за здоровый образ жизни, потому что если я не буду за здоровый образ жизни, то я недолго проживу. Фильм был хороший, добрый, научительный, прям хороший пример, прям для моих родственников, тоже детишек тоже будет хороший пример. Продюсер короткометражки Алексей Фурсенко не ожидал, что фильм получит такой отклик. Только в интернете у него около 5 миллионов просмотров. «Изгой» стал лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В планах у команды создателей продолжить тему пропаганды здорового образа жизни. Сейчас мы готовим к выпуску еще одну картину, тоже, так сказать, направленную на борьбу с алкоголем. Называется картина «Притча о маленьком зле», где я сыграл главную роль, я еще актер. В рамках антинаркотического месячника в Ленинском районе проводятся различные мероприятия данной тематики. Так, в муниципалитете состоялся рок-фестиваль, несколько круглых столов, заседание антинаркотической комиссии. И на этом работа не заканчивается. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.